потому что все обожают Джулиана, влюбляются вслед за ним в Симонетту Веспуччи. На Джостре два лагеря, ну как футбольный матч. Кто-то за одного рыцаря болеет, кто-то за другого. Но поскольку все обожают Симонетту, а она больше всего, покажи нам, пожалуйста, ее весну. Она больше всего любит, на этом слайде не видно, а в живой картине видно. У нее два любимых цвета, белый и салатовый. Вот у них партия белых была и партия салатовых. Те, кто любит Симонетту Веспуччи. Но получалось, что они не против друг друга, они оба за Симонетту. И вот эта любовь невероятная, которая была разлита в воздухе Флоренции, она просто во всем. А Сандро Боттичелли был соседом Симонетты Веспуччи. Он жил в соседнем дворе. И он наблюдал, как эта девочка росла сначала в Генуе, потом они переехали во Флоренцию, и там они снова встретились. И он любил ее платонически. Он любил ее, когда она была чужой женой, женой его друга Марко Веспуччи. Потом он ее продолжал любить, когда он стал художником при дворе Медичи. И друг его Джулиано Медичи стал возлюбленным Симонетты Веспуччи. И она умирает очень молодой, очень рано от чехотки. Или сейчас бы сказали, от туберкулеза. Тогда это была неизлечимая болезнь. Очень многие от нее рано умирают. И когда она умирает, Сандро Боттичелли понимает, что он должен воссоздать картины с ее изображением, чтобы перед ее образом склонялись люди, которые будут жить дальше. И эти обе картины, покажи нам опять, «Примавера» и «Рождение Венеры», где главная героиня Симонетта Веспуччи, написаны через 2 года после смерти Симонетты. Он ее писал по памяти. Он ее так любил, что он помнил каждую черточку лица и фигуры. И он попросил, что когда он умрет, чтобы его похоронили в ногах Симонетты Веспуччи, что и было исполнено. Типала Мандалина. Это тоже куртизанка, которая еще и музыкантша. И это было совершенно естественно для куртизанок венецианских, которые прекрасно стихи читали, исполняли на музыкальных инструментах всевозможные пения, и исполнение было чудесное. Ну, кто смотрел «Честную куртизанку», вы понимаете, о чем я говорю. Кто не смотрел, посмотрите. Очень рекомендую, хороший фильм. Дальше. И вот это уже Рим, галерея Боргеза. И мы уже видим творение великого скульптора Лоренцо Бернини. Дай крупный план. Я вам всем задаю вопрос. Можно поверить, что это мрамор? А когда видишь это живьем, вы понимаете, что это ерунда по сравнению со слайдом. Вы видите чуть-чуть. А когда видишь вот это все живьем, и эта скульптура, она, в общем, соразмерна нам, мы обходим как раз, вот нам это все видно в галерее Боргеза. Просто дыхание останавливается. Как это сделано? Ну и еще одно творение Бернини – «Экстаз святой Терезии». Вы понимаете, что ни о какой религии речи нет? Вам понятно или нет? Да. Это можно назвать и по-другому. Но я вслух не буду. Порно-скульптура. Да, да. Это, конечно, экстаз. И, конечно, понятно, почему этот экстаз происходит. Лучшие работы Лоренцо Бернини находятся в галерее Боргезе, куда нам повезло попасть. Совершенно замечательно. Мы все там посмотрели. И Караваджо, и скульптуры потрясающие. Это отдельная, так сказать, тема Италии, итальянские музеи. Я хочу закончить тему лики любви о том, что абсолютно разные взгляды на любовь у художников разного времени. Я специально подобрала это все, последнее. Подобрала для вас классические произведения, потому что если бы мы с вами коснулись, скажем так, любовь, которую показывают современные художники, это совершенно отдельная тема и отдельные, так сказать, взгляды на любовь. Ну, достаточно того, что я вам показала. Вот Венера Урбинская, из которой сделана Олимпия Мане. Вы видите, что между ними просто пропасть, между двумя женщинами этими. И я хочу сказать о том, что чем значительнее художник, чем крупнее он, чем больше он создает шедевров, тем лучше он говорит на тему любви. Потому что, ну, я надеюсь, что мы с вами еще встретимся. У меня есть один из любимых современных художников, сюрреалист такой, Рене Магритт. В Брюсселе, в музее Рене Магритта, я вообще думала, что я там жить останусь. Невозможно. Невозможно. При том, что очень люблю Сальвадора Дали, но он так тихо курит в сторонке рядом с Магритом. Это ни с чем нельзя сравнить. По тому сумасшедшему впечатлению, которое производит его картина. Вот, собственно говоря, все. Если есть вопросы, с удовольствием вам отвечу.